Всем привет, с вами Артур, продолжаем проходить Devil May Cry. У нас 15-я миссия обмен и начинаем. Кстати, кто там говорил? А ладно, не важно. Вообще не важно, кто там что говорил. Пофигу. Неплохо можно подкинуть этого чувака. Надо будет молчаливая сцена. У него, наверное, хорошее зрение, он, наверное, оттуда видит все. Конечно. Разозлился немножко совсем. Get her out of here. Go! What's happening? Shit.
Это, похоже, должен быть крутой уровень. They're not gonna make it. Ого-го-го. Это круто. Все так замедлилось. Да, круто. Ну что это такое? Get down! О, это было круто. Жалко, что я упал. Ладно, повторим. Интересно, где я начну? Ну, камон. Тут ошибки более чреваты, видимо. О, ужас какой. Да, чувакам тяжко. Так. А мне же им надо помочь, да? Что-то я... А, черт. Еще и не допрыгнул. Данту приходится очень быстро бегать, как мне кажется. Ладно, тут он уже поехал. Но Лимбо круто рушится. Эй, что происходит, чуваки? Чуваки, прекратите. Мать вашу. Это уже переборчик. Хотя, приятно. Кстати, там что-то есть. Пойду посмотрю. Кстати, ключ. Ребята, ну прекратите. Есть время? Надеюсь, что есть. Мы же все же в Лимбо. Так. Ну что, посмотрим, как добраться до ключа. Я не вижу тут никаких таймеров, так что я думаю, время есть. Если нет, то... Что ж, это печально. Есть. У нас есть ключ. Ладно, пойду спасу их. А может, пойти чаю попить? Неплохо он разнес город. Теракт, наверное. О, эта миссия была достаточно короткой. Ну что ж, в любом случае мы ее закончили, даже ключик нашли. Я не знаю, двери тут были или души, но я их не заметил. Два ключа тут было.
Ну что ж, на этом тогда закончим. Продолжим в следующей миссии. В целом, игра идет очень быстро. Но интересно. Ладно, что ж, увидимся.